Ботинок Артерикс очень легкий. На мой взгляд, я тестировал его пару дней. Самый лучший ботинок, который я тестировал в своей жизни. Очень легкий. У него очень большой ход голени. Что вперед, что назад. И когда снимаешь лыжи, закончил кататься, можно опрески идти прямо в них. Как в кроссовке. Классный ботинок. Мы тут с ребятами решили походить скитуром в горах Кавказа, а именно Архыза. Но кроме нас здесь присутствует масса прекрасного снаряжения, так как мы работаем в компании Alpindustria. Например, на мне. В данный момент. Подержи, пожалуйста, апельсин. Только не ешь, только подержать, сказали. Находятся великолепные, прекрасные ботинки Артерикс, которые позволяют делать вот такой огромный шаг. Если бы я мог делать такой огромный шаг, я бы уже обогнал всех своих товарищей. Но я не могу. Вот, тестирую я их уже целый сезон и скоро завершу тестирование покупкой себе такой пары. Потому что эту пару нам любезно предоставила компания Amer Sport в тестировании. Дорогие друзья, ну что, весь сезон я время от времени тестировал эти прекрасные ботинки Артерикс, скитуровские или даже, я бы сказал, универсальные. И чем это тестирование заканчивается? Я должен благодарить компанию Amer Sport за предоставленные тестовые ботинки. Сказали все хорошо, тестировали их многие люди. Ботинок был 27 размера. За все время у нас на одном ботинке сломалась. Кстати, проходи, стесняйся. Сломалась собачка. Но мы подручными средствами вместе с нашим партнером из Воронежа ее починили. И что мы для этого делаем? Сначала надо ногу. Снимаем, кстати, такие же прекрасные кроссовки Артерикс. Полтора года уже юзаю, мне очень нравится. И теперь надо встать ногой на планшетку. Кстати, эта нога у меня меньше, чем эта. Да, и все, поднять ногу. Все. И этим самым смотрим, какой вид свода у вас. Ну вот что могу сказать, Петь. Дорогие друзья, вот так вот и заканчивается тестирование ботинок Артерикс. К сожалению, закономерно их покупкой. Ну что я могу сказать? Рекомендую. О своих ощущениях после Казбека доложу. Спасибо. До встречи в горах. Ребят, ботинки Артерикс настолько хороши, что в них легко можно водить машину. Конечно, не могу рекомендовать это. Наверное, гаишнику не понравится. Но первовоенным прокатиться на БТРе будет очень даже удобно. Рекомендую. Ну и наш прекрасный ботинок, который имеет вот такой вот ход. Видите, какой он? Опа! Вот такой ход, вот такой ход, вот такой ход! Сейчас шпагат будет. А вот легким движением, обрати внимание, Макс, легким движением руки он превращается в жесточайший. Карбоновый.
комфортный ботинок. Опускаем прекрасные штаны Fit Performance. Одеваем великолепный рюкзак. И вот, как всегда, сожалеем, что в то время, когда было здоровье, не было такого снаряжения. И как всегда, радуемся за современных альпинистов, у которых есть и здоровье, и снаряжение. Ну и последняя деталь — карбоновые палочки. И мне кажется, что на мне одета немногим более 5 килограммов вместе с ботинками. Ну вот, мы сделали головокружительный спуск. Что мы делаем? Имея вот такое современное снаряжение, которое позволяет и кататься, и ходить в горы, мы делаем следующее. Прекрасное крепление Fisher Dynafit. Нажимаем, отстегиваем носок, пяточку, то же самое со второй ножкой. Жесткие, но легкие, карбоновые практически ботинки с легким движением руки превращаются в кроссовки. Напоминаю, это наши любимые ботинки Arteryx. Там-там, да-да-да-дам-там. Я уже показывал, что в них можно водить машину. Все, что хочешь. Мы практически на перевале. Погода портится, становится тревожно в груди. Но сегодня нам легче, потому что с нами прекрасные ботинки Arteryx. Ботинки крупным планом. Да, они отбутфичены 2 дня назад бутфитером Артуром, за что ему огромное спасибо. Я умирал на них в Кировске, а сейчас просто балдею. Это хорошая новость для всех потенциальных покупателей этих, ну, на мой взгляд, лучших в мире ботинок. Потому что раздуть их можно под любую лапу. Главное не перестараться и не